Сегодня, ребята, я расскажу вам сказку. Мы знаем, что это длинновик. А сказка это будет называться? Тарелка. Внимание на сцену. Как-то рано утром вышел дед в огород посмотреть, уродился ли урожай. Обошел он все грядки и увидел, грядку-то он посадить забыл. Подумал, подумал дед и посадил репку. Репка росла не по дням, а по часам. И выросла репка большая, прибольшая. Уважай ничего, из земли все так и клюет. Чтоб не стало как гора, репу выдернуть пора. Слаб я стал на склоне лет, вот тяну, а толку нет. Одолел ради пули, ох, спина моя болит. И решил дед позвать бабку. Поможем, ребята, дедушке бабку позвать? Давайте все вместе. 3, 4. Бабка! Репка,
если что еще случится, знаю, мышка пригодится. Тут и сказочки конец. А кто слушал, молодец! Давайте, ребята, поаплодируем нашим героям. Елена Николаевна.